Здравствуйте, дорогие любители баскетбола и тех, кто смотрит мой канал, и кто иногда заглядывает на баскетбол. У меня в этот раз в команде первый раз в жизни. Ого, это ПГ, да, это реально ПГ в команде. И ПГ, он маленький очень. Я первый раз реально играю в эту игру, вижу разыгрывающего. Ну, сейчас у меня в очередной раз... Ой-ой-ой, что творит? У меня в очередной раз команда сейчас будет очень маленькая. По сравнению с соперником. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Как думаете, что-нибудь из этого выйдет интересного? Или же нет? Дайте, я не понимаю. Что-то никого не держит этого чувака. Не, ну, если вы так будете дальше проходить, как сейчас прошли, я согласен играть с вами. Что за иксы у меня? Давай, пацан. Тон на чита забил. Мне так хочется посмотреть, как этот чувак играет зелененький. Я прежде ПГ еще, сколько играю, ни разу не встречал здесь. Я как-то очень легко забиваю через наших. Очень легко. Крайне легко забиваю через наших. Ну, обыгрываю вправо, вправо, алло. Че, мне долго тебе заслон не ставить? Вот, ну да. О, пацаны, а вы что не приняли-то? Вот что это было, а? Меня так бесят, кстати, игрушки, на самом деле. Очень бесит. Это я должен забить 100%. Средние спокойно забивают они. Без проблем. А вот трехи, на самом деле... Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, что мелкий творит? Что творит мелкий? Я скидулечку сделал, братан. Красавец, красавец. Видали, да? Всего лишь один финт и один пас. И как человеку, напарнику стало легко бросать. Да? Просто один финт. Бросай, ты одна. Тёлочка, я тебя вывел на бросочек. Красотка, видите? Всего лишь подбор и нужная скидка. Вот я прям уверен, что очень многие бы в этой ситуации, что были у меня, бросили бы кольцом. Я прям уверен в этом, что очень многие бы в этот момент бросили. Вот эти два очка, я это на моей вине, я согласен. Я согласен, что это на моей вине. Красавец. Кстати, я заметил, что в этой игре средние броски довольно-таки легко забиваются. Вот трешку уже как-то нужно получше стараться, чтобы забить ее. А еще у меня есть такая штука. Допустим, когда я... Зачем пацаны прыгают? Видели, он прыгнул? Ну, отлично, все было отлично. Неплохо. Ну, видите, средние забиваются. Рано, это же поздно, видели? Поздно сыграл, немножко, чуть пораньше мы, нажал. И все было по-другому совершенно. Просто 4 ассиста, да. Спасибо за ассист. Люблю ассисты. Поздно. Вот это, конечно, крайне поздний прыжок. Плохо. Дели еще один ассист. 4 очка, 4 ассиста. Почти когда дабл-дабл там до него. Рано, ёбаный в рот. Сука, рано, нажал, ну зачем? Блин, наш подбор. Ой, перехватит.
пацаны чуть метку потеряли, но мы прозевали, все просрали. Пацаны, мы все просрали. Все, наверное. А, ну, не знаю. Видите, что происходит, да? Они нас разносят под кольцо. Видите? Видите, сколько мы подборы просрали? А это все в первую очередь из-за того, что плохо кнопочку нажимаю. Чувствуется, да, его? Чувствуется, что парень на опыте играет. Мы, конечно, проигрываем сейчас, но ничего, он хочет с спиной сыграть. Блять. Сука. Надо в защите лучше играть. Что-то у нас не получается в защите, мы, конечно. Ой-ой-ой. Ты еще. Ты. Шкура, ты что творишь? Зачем бросаешь? Что-то было, нахера он бросает с центра, еще минуту, еще играть и играть. Что-то не понял, что они начали творить. Найс блок. Запишите, пожалуйста, блок. Плохо стоял, мяч вообще не в мою сторону летел. Скорее всего, мы проиграли вот из-за этих странных трехочковых, вот от этой женщины в зеленом. Это просто... Я просто охренел на самом деле. Нифига она бросает. Хрена она бросает, хрена. У тебя есть офигенный зеленый игрок. Знаете, в чем проблема? Вот в этом баскетболе люди очень часто начинают думать, что они все могут, что они хорошо играют и начинают брать на себя игру. Видите, зелененький, он забывает уже, сколько забил, он больше всех очков забил из команды. Зачем он бросает трехи? Нихера бросает. Видите, он теперь в защите не играет, бегает херня за зеленым. Че? Да. Вот при том, что у нас был шанс какой-то еще. Это был несанкционируемый степбэк. Видите, это был типа не скилл, а просто стрелочками вправо-влево и все. Стрелочки вправо-влево и на этом закончили. Да, обидное поражение, конечно, но что поделаешь.